Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Это у нас будет 160-й поединок фатальной башни земного царства. 140-й поединок я пропустил по той причине, что он был достаточно легкий, там всего лишь потребовалось 3 попытки мне. Да, даже меньше, нежели чем на 120-й. Не знаю, как так получилось, но 140-й поединок подкачал. И я сразу же перехожу на 160-й, посмотрим, что у меня получится сделать именно здесь. И, конечно же, я уже заранее подобрал отряд. Отряд, конечно, не самый топовый, естественно, такой же, как и был в предыдущий раз. Но вот многие задаются вопросом, почему я играю именно Джонни Кейджем, Скорпионом, Люканом, например, Сонни Блейд, Касси Кейдж и каким-нибудь еще персом. Да потому что это самые актуальные на моем аккаунте персонажи, которые реально могут тащить в этой башне. Того же самого Брайчо, либо, например, Кун Лао какого-нибудь я выбрать не могу, просто потому что они, как по мне, не подходят именно для сражений. И, скорее всего, я потрачу в разы больше попыток. А те персы, которые достаточно актуальны, я ими, конечно же, и играю. Плюс хотелось бы вам кое-что еще показать. Это не все. У меня, наконец-таки, прокачалось до фула за счет обычной башни 110-го поединка. У меня прокачалась довольно интересная экипа. Не совсем эта экипировка. Почему-то я прощелкал Скорпиона. Вот он, тело из стали. Классная экипа, 10-го слияния у меня стало. Это 20% получаемого урона от основных атак переносится в здоровье, а 50% переносится в силу. Очень круто, и поэтому таким образом я буду периодически хилиться, когда по мне будут просто наносить рандомный урон. Это же не круто. Это же круто, наверное, для моего аккаунта, но не круто для, конечно же, тех персонажей, у которых есть эта броня. Вот что я хотел сказать. И здесь у нас, получается, нету такой, здесь тоже такой нету, и здесь вроде тоже такой нету, здесь уже все перешло в эпики. Эпическая бронька, так сказать. Ладно, давайте попробуем сейчас пройти этот поединок. Здесь у нас снова есть Люкан, и единственное, как я понял, здесь не работает пассивная способность особо. И поэтому смысла выбирать Соню, как я понимаю, именно в данном поединке нет, либо есть. Вот вопрос, кстати, интересный. Соня здесь нам пригодится, либо не пригодится? Мне кажется, что именно в этом поединке она пригодится, поэтому я думаю, что стоит ее все-таки выбрать, Соню. И потом уже, когда я добью именно того самого персонажа Люкана Круга Тени, тогда уже поменяем обратно на других персов. Поставим ей мы что? Что мы ей поставим? Какую-то надо определенную экипу поставить, чтобы она более-менее тащила. Давайте, наверное, безмятежный разум, либо нет, либо да. Блин, даже не знаю на самом деле. Да, наверное, вот так вот сделаем. Просто усилим ее немножечко. Не будем прям вдаваться в эти вот дебри и улучшать ее по максимуму. Кожаные наручи поставим на всякий случай. И поставим что-нибудь для блокбрейкера. Сейчас посмотрю по-быстрому, что мне можно выбрать к блокбрейкеру. Так, наверное, на силу перейду, потому что так будет в разы быстрее. Револьверы у меня использованы, поэтому, наверное, веера с лезвиями. Да, выбираем веера с лезвиями. Вот таким вот будет мой первый отряд, а далее уже будем меняться. Если я добью Люкана в самом начале, то это будет прям очень круто. Начинаем данный поединок. Сайт gamegold.ru. Души и аккаунты по игре Mortal Kombat Mobile по самым низким ценам и быстрой доставке. Ссылка в описании под этим роликом. Не думал, конечно, что я в 6 утра буду записывать ролик. Уже 6 часов утра на часах, и поэтому в 10 утра, я надеюсь, этот ролик выйдет. В этот момент я, наверное, уже спать буду, потому что я до сих пор еще не спал. И вы посмотрите, у него сразу же в начале спецприем был. Хорошо, что я вышел немножко с оглушения. И плюс у меня костяной сработал. Но вообще не знаю, смысл ли был вообще меняться. Потому что, как вы видите, на мне заюзана была привязка только что. Видимо, за счет экипы, как я понимаю. И я ничего сделать даже не могу сейчас. Чисто из-за того, что у меня привязка висит. Ну и да, Люкан вот этот вот, он же восстанавливается еще. Тут и так, видимо, персонажи со сглазом. Да, здесь же сглаз есть. Надо глянуть. Да, есть глаз, поэтому они и так тут со сглазом, поэтому я даже и не знаю, что я здесь буду делать. Блин, ну привязку заюзали, я без понятия. Когда у тебя отключены спецприемы, ты еще и привязка к тому же работает. Это прям дичь какая-то. Хорош, притягиваем, отлично, хорошо. И сразу же мне увечье вешается за счет Люкана классического. Ну да, бой будет довольно сложный. Неожиданно сложный бой. Неожиданно сложный. Ну как неожиданно, вообще ожидаемо, что он будет сложным, но
все равно я думал, что все же не все так будет просто. И я надеялся на то, что срабатывать будет хотя бы талант какой-нибудь будет срабатывать, но, видимо, не судьба. Да, и, видимо, Соню здесь смысла особого ставить нет. Как мне кажется, она только хуже делает. Хотя, может, и не делает хуже. Я просто ей очень мало играл, поэтому так и получается. Ну ладно, добиваем далее. В надежде на то, что хотя бы одного персонажа у нас... Ух ты, что это такое прилетело, капец, ни хрена себе. Так, сразу же замена, и давайте вытягивать снова Люкана. Блин, может быть, я его еще победить сумею? Вот если я его сумею победить, это будет, конечно, вообще классно. Но мне что-то кажется, что нет. Да, вот по мне нанесли только очень много урона только что. И самое интересное, что не срабатывает призрак. Для чего эти таланты вообще вкачиваете, я не понимаю. Вот просто не понимаю. Они не работают на все 100%. Притом, сколько бы я ни надеялся на данный призрак, он сработал на самом ненужном персонаже на деле. Потому что, ну, если так подумать, Соня Блейд, чтобы на ней что-то сработало, да добивай ее уже, какая разница. Отлично, это была только лишь первая попытка, я наполовину только добил персонажа. Конечно, на что я надеялся, если честно, я даже и не знаю. Казалось бы, за 3 попытки 4 пройду, но мне что-то кажется нет. Даже за 3-4 попытки здесь пройти будет очень сложно. Тут очень много тех персонажей, которые сильно тебе мешают, прям очень сильно. Ну и давайте попробуем сейчас, конечно, снова же в блок уйти. И иммунитет к глушению, естественно, по мне сразу же спецприем. И привязка за счет первого спецприема вешается. Идеально. Так, нанесли урон снова. И здесь я пытаюсь как-то пробить персонажа. И снова... А, ну все, все. Я больше ничего сделать не могу. Один раз только получилось. И дальше уже некуда. Я снова в привязке. Я снова ничего сделать не могу, а сейчас 60% того, что он восстановится, поэтому нужна смена, прям очень сильно нужна смена, и из-за этого приходится... Да, и я снова в привязку ушел, да, плюс пробитие блока. Что я здесь сделать могу, я, если честно, даже и не знаю, просто я в привязке. Видимо, должны добить сначала этого персонажа, чтобы что-то поменялось, потому что по-другому никак. По-другому, к сожалению, никак. В такой ситуации я сейчас нахожусь, когда просто сделать нечего. Да, и спецприемы я использовать не могу. Если кто-то думает, почему он не использует спецприемы, да потому что они восстановятся. В надежде на то, что, скорее всего, привязка сейчас слететь должна. Уже, ну, 30 секунд, по-моему, прошло. Может быть, я ошибаюсь, но да, вот, прошло, наконец-таки, 30 секунд. И мы вытягиваем снова Люкана, в надежде на то, что его хотя бы в этом бою добью этого Люкана. Ну, мне снова привязку повесили. Блин, ребят, я не могу блокировать эту атаку. Это невозможно сделать, как мне кажется. Это нереально сделать. Давайте сделаем спецприем первый снова. Да, все, 66 тысяч нанес, красиво, красиво прям. А больше-то я нанести не могу, потому что я в привязке. О, вот это да, как мне повезло, наверное, с тем, что сработала эта тема. Блин, и пробить не получилось. Может, я его вытяну хотя бы? О, отлично, я его вытянул, супер. Так, восстановление хоть какое-то есть, и теперь мне самое главное дождаться Джоника. Смена произошла только что, я могу сейчас... Блин, не дает персонаж добить. Давай спецприем юзай. Я надеюсь, что этого будет достаточно. Нет, 154 тысячи. Все, отлично, ликвидировали. Ох, это было сложно, конечно. Теперь снова нужно замену делать. Ну и здесь я сразу же использую X-Ray. Давайте посмотрим, сколько отнимет. 300 тысяч, немного на самом деле, мог и больше отнять. Но что-то не вышло, не получилось. Так, отличненько, на мне снова повесили... Ослепление, но при этом вторая попытка получилась в разы лучше, нежели чем первая, мне кажется, потому что мы добили одного персонажа и плюс второго немного покоцали. Идеально. Мне кажется, это в разы лучше, нежели чем ничего не сделать. Поэтому все хорошо. Что будем делать дальше? Дальше, наверное, я на замену пойду. Потому что здесь нам как раз-таки она потребуется. Люкан здесь бесполезен, я практически вот эти вот кости не юзаю, потому что вся проблема в том, что... А хотя, может быть, его поставить все-таки? Даже не знаю. Да Кэсси Кейдж здесь бы пригодилась тоже. Довольно-таки неплохой персонаж бы был. Плюс у нее будет сразу же в начале блокбекер, тем самым я смогу использовать не только киберпак, допустим, а еще и, например, экипировку поставить... Какую экипу я могу поставить здесь? Допустим. Сейчас подумаю.
А, да, вот, например, как раз-таки знаменитую голливудскую улыбку, почему бы и нет. Либо на Джонни Кейджа лучше ее использовать. Здесь даже вопрос такой интересненький, на ком лучше ее заюзать. Но Джонни Кейдж, в принципе, он должен быть с блокбрейкером, мне кажется, плюс критический урон ему прям очень сильно поможет. Поэтому да, сделаем вот таким вот образом все. Ну и поставим плюс экипу по типу вот этой вот, наверное. А противник под действием ослепления имеет 33% вероятности промахнуться во время выполнения спецприема. А я надеюсь, ослепление будет на каком-нибудь противнике, поэтому поставим, попробуем, посмотрим, как будет, какова будет сыгранность именно у данного отряда. Ставлю самых топовых персонажей у себя в тиме. Надеюсь, что мне это хоть каплю поможет. Хоть чуть-чуть, но это поможет. Поэтому пробуем. Пока что непонятно, как дальше будет развиваться бой. Будем смотреть, потому что этот персонаж, вы помните, он может восстановиться в любой момент. Но если мы заюзаем привязку на нем... О, вот, видите? Ну, смотрите, как он быстро восстанавливается. Это ж капец. Я даже замену заюзать не успел, просто-напросто немножечко только что-то сделал, и все. Так, давайте спецприем первый, видимо, будем использовать сейчас, потому что у него уже есть... О, 300 тысяч я нанес. О, неплохо, неплохо, очень даже неплохо. Но он вроде как... Да, он восстанавливается. Вы посмотрите, какой дикий персонаж. Он на одних восстановлениях только выезжает. Я, конечно, попытаюсь его сейчас истощить. Ой, блин, жестко, конечно. Не знаю даже, кого тут лучше добивать. Либо этого персонажа. Но какого-то из них нужно. Нет, здесь все-таки Люкан Классика нужен в разы больше. Потому что у этих спецприемы сразу же... Да блин, накопи ты спецприем первый, пожалуйста. Спасибо большое. Так, отлично, мы это сделали. Да, они все в ослеплении находятся до сих пор. Это жестко, это очень жестко. И снова в ослеплении ушел персонаж. Я ничего сделать не могу толком. Отлично, что-то сделали. И снова смена. И далее вот здесь вот как раз-таки мы сможем увечья повесить за счет Кэсси. О, все. А, блин, отражение на мне произошло. Вот это вот неожиданная тема, кстати. Очень неожиданная. То, что отражение прям на мне было. Да. Не знаю, как добить этого перса. Очень сложный персонаж. Но и вот поджоги, снова куча урона по мне нанесено было. Блин, ребят, без понятия. Это жесть. Это просто жесть. Меня сразу же добивают. И снова ослепление. Ну, хоть бы раз оно не сработало. Не сработало ослепление. Я не понимаю этого момента. Вроде же должно не каждый раз срабатывать. У них же не 100% шанс на то, что сработает это ослепление. Ну, вроде бы не 100%. Давай, ну сменяйся, пожалуйста. Спасибо, игра. Спасибо огромнейшее, что ты прям очень сильно мне помогаешь. Прям очень сильно. Так, отлично. Минута остается. 800 тысяч. У меня было 700, уже осталось... 800, вынесли еще одного перса, но ничего страшного. 13 секунд есть, снова в ослеплении, 700 тысяч снова у Люкана. Если он бить меня не будет, то это прям будет хорошая удача. Так, замена. Нет. Я думал просто... побить его и спецприем второй заюзать. Ой, я не знаю, что здесь делать. Это нереально непроходимый персонаж, мне кажется. Это была третья попытка, получается. Я вообще не нанес по нему урона. Либо нанес, но очень мало. Сейчас будет четвертая попытка. Может быть, я его добью, но это прям невозможный перс. Невозможный. С такими-то усилениями, которые на нем висят, это... Либо вот так вот его избивать потом, в конце концов... Возможно, при, я не знаю, какой-то супер возможности взять и X-Ray на нем сразу же заюзать. Это единственный вариант, который я сейчас вижу. Либо в какой-то момент времени спецприем юзануть. Потому что избивать его нет смысла. Вот сейчас мы его добиваем. Может быть, и вначале так следовало поступить. Зря я, наверное, так не сделал. Тогда бы, возможно, было бы все в разы лучше. Но персонаж прям очень дикий. Очень дикий персонаж. Так, вытягиваем сейчас вот таким вот образом. Немножко подтянули к себе. И давай, ну, пробивайся. Отлично. Отлично. Ну, с этим персонажем будет полегче. 4 попытки я, получается, потратил на эту атаку. Скорее всего, 4. А, блин, ну, если меня сейчас не добьют еще. Да. Я пока что верю в то, что мне достаточно будет как раз-таки 4 попыток. Но не факт. Очень...
неявный факт. Так, минута остается у нас еще. И при этом у него в районе миллиона здоровья. Угу. Надо, конечно, ему как-то увечья повесить, но непонятно, как это сделать. О, все, он восстанавливается. Всего-то ничего. Нанес только лишь один раз урон, и все, он уже снова потихоньку восстанавливается. Так, 799 тысяч. А, ну и смотрите, он обошел увечья. Да, печальная ситуация. Минус персонаж, а у него еще 700 тысяч. У него при этом еще 700 тысяч. Заморозка нам не действует, но может быть... А, нет, он снова восстанавливается. Он снова восстанавливается. Так, замечательно. Прям очень классно идет битва. 900 тысяч я наношу, и здесь мне снова придется немного в блоке постоять, потому что я не знаю, что делать. Скорее всего, он снова бы восстановился, поэтому здесь все очень печально. Прям очень печально. Ну, давай. У тебя есть возможность накопить спецприем второй. Но тут единственное, что надо, конечно, пробивать блок, потому что без пробития блока не получится. Да, косяков очень много. Ну, если я сейчас накопил бы спецприем 2 и как-то ударил бы по персонажу хотя бы раз. О, все, отлично, отлично. Он сам ошибку сделал, он по мне спецприем решил заюзать. Так, замечательно. И давай последний. На, вот так вот, все, 4 попытки. Все-таки справились, дожали. Нет, сложные персы, дико сложные. 4 попытки ушло на них. Ослепление, все срабатывает, это прям жесть. Ну и, конечно, за это обычную, точнее, какую обычную, необычную экипу мне выдают. Необычную, ну можно сказать, что это обычная экипировка, которая уже давно прокачана. Поэтому да, такие вот дела. 160-й поединок получился довольно интересным, как мне кажется. И прошел я его в разы быстрее, нежели чем мне казалось. Мне казалось, что я в разы больше попыток потрачу. Поэтому, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Если понравился данный ролик, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!